Благодетельница Жанабель научила нас мудрости, любви, состраданию, милосердию по отношению к бедным, одиноким бабушкам. Мы передаем продукты бабушке. Возьмите, пожалуйста. Спасибо, Жанабель. Благодарю вас за помощь, за все хорошее вам. И с Новым годом с наступающим. И чтобы хорошо было здоровье, здоровье будет остальное. Спасибо за помощь, потому что, то, что это первый раз за все то, что я за 20 лет пенсию получаю. Я вообще сначала до 17 года получала вообще копейки. 700 рублей по 16 год, это 8 стало, 6 тысяч получать. А было 700, 900, 1200, 1800. В общем, за 36 лет работы. И сейчас мне перерасчет сделали заново, видно. И стала я вот получать... Кушайте с любовью. Спасибо всем, ага, что это... И пробовать пришлось жить и всякое. Спасибо вам большое. Кушайте с любовью. Благодетельница Жанабель научила нас помощи, милосердию, любви, состраданию. Она купила продукты бабушки. И мы передаем больной одинокой бабушке продукты. Мы передаем продукты бабушке. Возьмите, пожалуйста. Благодарим Жанабель за оказанную помощь. Очень большое спасибо, спасибо, спасибо. Благодетельница Жанабель научила нас мудрости, любви, помощи, состраданию, милосердию. Помощи бабушкам, одиноким старикам, коллегам. И мы на ее деньги купили продукты и передаем продукты бабушке. Возьмите, пожалуйста. Благодарю благодетельница Жанабель. Мы очень благодарны. Храни вас Господь.